О, чёрт! Вы слышали, что она сказала? Господи, все просто упало. Что это? Что с ним вообще происходит? Чё творим? Про меня зовут Сергей Онис. И просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь придет время, и супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал. И про Онис просто разговариваю сегодня шепотом, потому что у нас сегодня непростое видео. В прошлом видео банды, я думаю, вы это увидели, как в Настю вселился какой-то демон. После чего я вроде бы как бы его изгнал. Ну а после пришел экзорцист и просто все вот так вот побрызгал все святой водой и ушел. Но мне кажется, что это все еще не конец. Уже третья ночь, как с Настей происходит что-то странное. И сегодня банда попросил ее остаться вместе со мной и ночевать у меня дома. Она сейчас лежит, спит в соседней комнате. А на часах сейчас 3 часа ночи. И самое время сейчас проверять, не будет что-то сейчас мистическое происходить с Настей. И банда, пойдем, я сейчас вам покажу Настю. Так, вот здесь будет стоять камера. Блин, вам ничего не видно. Но вот стоит камера. А вот фонарь, сейчас я включу фонарь. Итак, банда, вот я включил фонарь. Вот здесь сверху находится камера, вам видно. Так, вот спит Настя. Я специально включил фонарь, потому что я не смогу включить эту люстру, иначе она сразу же проснется. А от фонаря здесь очень темный свет, и она не успеет проснуться. Так, банда, окей. Включаем камеру, начинаем наше видеонаблюдение. Съемка за Настей. Я без понятия, что будет с ней происходить, но она постоянно жаловалась на что-то. Черт, банда, вы видели, она просто спала, пока что ничего не происходило. Но сейчас через 5 минут на часах будет 3 часа ночи. Я уверен, она более чем на 100% уверен, что с ней будет происходить что-то странное. Было не было, банда, пришло время просмотреть. Я уже включил камеру. Окей, банда, я сяду где-то здесь, буду сейчас наблюдать за Настей. Что с ней будет там происходить? Окей, банда, я на месте. Мы сейчас вместе с вами будем следить за Настей. У меня есть ноут, который позволяет смотреть за этим телефоном через Wi-Fi. Он мне приведет данные сразу, я могу сразу же здесь смотреть. Так, пока что, банда, ничего не происходит. И это хорошо. Настя просто лежит. Я, кстати, на гладильную доску поставил еще один фонарь на всякий случай. Если вдруг этот потухнет, то будет гореть тот. Если тот потухнет, то будет гореть этот. Так. Фу, банда, мне реально становится страшно, потому что то, как говорила Настя, у нее реально болела голова. Она просто посыпается утром, и у нее болит голова. Это же просто жесть. А еще к этому она добавила, что у нее просто ломало все тело, как будто она всю ночь бегала. Это, блин, это внушительно выглядит. Ой, черт! Гребаная есть Лиза, блин. А Лиза начала говорить почему-то. Какого черта вообще, Лиза сама запустилась? Никогда же... Господи, это так страшно выглядит. Правильно делаешь, что боишься. О, чё? Чёрт, банда, вы слышали, что она сказала? Она сказала, правильно делаешь, что боишься. Я только что сказал, что я боюсь. Офигеть. Фу, похоже, это начало. Смотрите. А чё, только что лампа. Гляньте, лампа горит. Офигеть, банда. Чтобы понимали, Настя находится в соседней комнате. Там просто горит лампа. Это же просто жесть. Офигеть! Я в шоке, начинаю происходить настоящая мистика! Это же просто жесть! Я просто не верю в свои глаза, банда! Черт! Вообще ничего пока что не происходит. Лампа начала гореть, я в шоке. Начала происходить самая настоящая мистика. Она опять горит, черт, она опять блымает! Чтобы понимали, Настя здесь, в этой соседней комнате, и мне видно немного через отверстие двери, как это мигает. И это правда прям сейчас мигает. Офигеть! Я просто в это не верю. Черт, эта лампа реально мыгала. Офигеть, настоящая мистика. Прямо в соседней комнате. Похоже, мы реально тогда не полностью изгнали того демона. Экзорцист гребаный, сколько ему денег отдала, он все еще его не изгнал. Черт, это просто жесть, это так жутко выглядит. Господи! Здесь двигается стульчик. Настя устала, банда. Вы это видите? Черт, это просто жесть. О боже, это так жутко выглядит. Она сидит как будто не живая. Офигеть, ведь реально ее тело сейчас туда владел. Офигеть, просто банда, это просто нечто. Черт. Это просто жесть, она просто сидит, она ничего не делает. Упала, просто упала банда, жесть, я в шоке. Господи, что вообще происходит? Это такая жесть, банда, это просто нереально. Что с ним вообще происходит? Выхода нет, ненавижу детей. Дети это зло, дети это зло, дети это зло, дети это зло, дети это зло. Вы слышали, что говорит? Вы слышали, что говорила только что Алиса? И опять свет начал блимать. Алиса говорит, что дети это зло. Ненавижу детей. Как бы мы с Настей еще 2 ребенка. Офигеть, банда. Это реально похоже демон. Тот же самый, что и был тогда в Насте. Черт.
Что это за странные звуки? Вы это слышали? Это идет с телефона Настиного. Господи, это просто жесть, я в шоке. Больше ничего не происходит. Да и слава богу, что больше ничего не происходит, мне уже этого хватает. Это просто жесть, Бат, я в таком же закременном шоке. А ведь это просто нечто. Здесь, похоже, мы имеем дело с настоящим демоном. Не с просто призраком, а с демоном. Окей, Бат, на часах 3 часа 33 минуты. Именно в этот момент должна присоединиться самая настоящая мистика. Я пока что ничего не вижу, но за эти 20 минут с Настей пока что еще ничего не происходило. Окей, наблюдаем дальше, что же будет сейчас происходить с Настей. После того банда, что мы видели, тогда больше ничего не происходило. Было прям настоящее затишье, Настя просто спала. Я уже даже устал немного смотреть за всем этим. Но сейчас уже 3 часа 33 минуты. Должно вообще что-то происходить, я в этом просто на 100% уверен. Окей, смотрим. Вы видите? О, черт! Только что упала лампа, и она опять начала мерехтеть. Господи, что вообще происходит? Это же просто жесть, банда! Черт! Настя, что с ней? Она просто стоит и идет. Она подошла к доске Уиджи. Так, стоп, банда, нужно к ней подойти и спросить. Настя, Настя, что с тобой? Настя? Черт, она меня не видит даже! Офигеть, банда! Черт возьми, банда, вы это видели? Смотрите, что она делает! Что это? Что с ним вообще происходит? Господи, мне так ее жалко! Черт! Это же просто жесть! Она просто пошла, легла назад! Офигеть, вы это видели, банда? Она просто встала, начала двигать этой доской вот так! Офигеть, это все тот же самый призрак. Черт, банда, это просто жесть. Господи, мне это прям не верится, мы сейчас наблюдаем за самым настоящим демоном. Офигеть, нужно потише разговаривать, он еще проснется. Господи, это такая жесть, банда, мне просто в это не верится. Это самое настоящее безумие. Господи. Банда, господи, открылись двери, смотрите, двери сами открылись. Офигеть, что вообще происходит? Черт, увидели, двери сами открылись. Офигеть. Это просто жесть. Черт. Господи, все просто упало, блин, даже камера упала. Вы посмотрите, подвинулся тот стульчик и подвинулась гладильная доска, она просто упала. Блин, нужно пойти все поднять скорее. Окей, банда, встретимся с вами через 3 секунды. Окей, банда, я на месте. Я поправил немного камеру. Господи, она конкретно сдвинулась. Она прям полностью упала, окей. Я старался это все делать как можно тише, чтобы Настя меня не заметила, не услышала. Окей, следим за ней дальше. Господи, мне реально от этого становится страшно, банда. Пока что ничего не происходит. Окей, банда, сейчас 3:50. Сейчас это уже все должно все закончиться. Всего лишь осталось 10 минут всего этого безумия. Окей, потому что все это должно закончиться ровно в 4 часа. Блин, банда, черт, она опять начала блымать. Господи, окей, это мы уже к этому привыкли. Опять, смотрите, двигается стульчик, прям конкретно видно. Он подвинулся, банда, вы это видели? Офигеть. Начал мерехтеть свет. Именно сама лампа, которая сверху, которую я не хотел включать, она начала мерехтеть. Господи, я это прям вижу сейчас, банда, это просто жесть. Офигеть. Господи. Черт возьми, что это вообще происходит. Господи. Хоть бы не закричать от страха. Все, это конец. Еще осталось 2 минуты. Черт! Черт, Настя опять встала, вы это увидите, банда! Господи! Господи, это просто жесть! Это невероятно, что сейчас происходит! Я просто в шоке! Офигеть! Что она сейчас будет делать? Черт, Настя кричит! Нужно пойти ее разбудить, банда! Черт, Настя! Настя, проснись! Настя! Эй, проснись! Настя!
Настя, ты вообще здесь? Черт, ты здесь? Это ты? Ты не поверишь, я включил камеру, чтобы с тобой просидеть ночью. Ты не поверишь, что с тобой происходило. Это просто упало. Это жесть, Настя. Эй, ты здесь вообще или нет? Да, я специально включил камеру, чтобы на утро показать тебе, что с тобой будет происходить. Ты не представляешь, что с тобой было, это же просто жесть. Видишь, эта штука упала. Фонарь даже упал, твоя Алиса, она просто издавала что-то странное. Это просто жесть, Настя. Офигеть, банда. Я тебе на утро потом свету покажу. Ты будешь удивлена, я тебе клянусь. О, черт, банда, вы это видели? Это же просто жесть, что происходило с Настей. Это самая настоящая мистика. Вы видели, как это двигалось, как она встала и пошла к той доске, увидели, начали ее двигать. Это же просто что-то, банда, я в шоке от этого. Мы только что с вами видели реально одержимого человека. Я просто в таком сейчас шоке, банда. Это просто что-то нереальное. Она просто спала, а потом вдруг мне вселился какой-то демон. И во всю комнату вселился какой-то демон. И целый час это все продолжалось. Окей, банда, никогда, никогда не повторяйте этого дома. И, бро, также забывай, чтобы вступить в мою Supreme банду, тебе нужно подписаться на мой канал. Ведь период требования Supreme банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Эй, бро, вот коммент из прошлого видео. Господи, эти какие-то комменты просто шикарнейшие. Если бы я мог, я бы обнял этот каждый комментарий. Но, бро, не забывай, если вдруг ты хочешь последующее видео, то всего-то, что тебе нужно нажать на колокольчик, и все, бро, ты уже в следующем видео. Но про коммент свой не забудь. Лайк, колокол, коммент, ты уже в следующем видео. Вот такой просто билет ко мне в видео, бро. А на этом все, бро, не забывай про мои соцсети. Оставайся таким шикарным. Пока!